В общем, это, ребята, мы до сих пор в музее. Мы уже две часы пробили. Во все играли. Даже на ДДР-ке там попрыгали. И Full Throttle. Где Full Throttle? Покажу, ребят, тут Full Throttle на английском. Потому что Full Throttle это... А что? А Костя играет в Nintendo 64. Commodore 64. Обалдеюшки. Ты сфокусируйся хотя бы на нем. Большой клапшик. Я знаю. Играй давай. Смотрите, игра. Костя просто лохо не умеет играть в эту игру, а я вот по дороге даже проехала. Анёл на неё выехал, вы чё, смотрите. Сейчас в первое попавшееся здание. Или не здание. А, это помехи, мне глаза аж болят. На. И так постоянно, хоть чуть-чуть сдвигаешь, потому что Костя лох. Как тормозить, я не понял. Какие дела? Вот, тут, в общем, всё, всё есть. Всё есть. Есть даже... Тут есть даже игра с мотиками, которые прыгают. Все. Ну, в общем, никуда не едем, тут остаемся. В жопу Копенгаген, в жопу Дрезден, в жопу Прагу. Вот. Да, в жопу все. Да. Прагу мы уже не доедем, наверное, да? Все, пока. Пока.